Здравствуйте, дорогие ребята! Меня зовут Вал Наталья Андреевна. Сегодня наше занятие — мы рисуем ромашки. Для работы нам понадобится лист бумаги. У меня вот такой цветной лист бумаги. Так, водичка, кисточки. Кисточка нам нужна будет средняя и тоненькая. Дальше гуашь, оранжевая, желтая и белая. Простой карандаш. Для начала я вам покажу на белом листе, как нарисовать метку для ромашки. Шаблон мы такой рисуем. Значит, вот, например, я хочу, чтобы ромашка была вот так полукругом на меня смотрела. Делаем такой полукруг. Дальше делаем внутри полукруг. Это будет серединка. И цветочки, сами лепестки я буду рисовать вот так. Можно сверху, к серединке. Вот так. Теперь я нарисую на своем листочке. Вот здесь у меня будет первая ромашка. Здесь плохо видно, но для меня видно. Вот. И вот здесь у меня будет серединка. Это будет одна у меня ромашка. Сначала я ее нарисую, а потом уже буду другие рисовать. Значит, берем нашу кисточку, берем белую гуашь, открываем. Кисточку обязательно смачиваем хорошенько. Водички смочили ее. Дальше опускаем в белую краску. Я буду рисовать сверху. Вот моя метка. Сверху я начинаю и веду к серединке. Это один лепесток. Дальше второй лепесток. И так дальше я буду по кругу. Наша ромашка готова. Лепесточки, листья. Теперь моем нашу кисточку. Моем. Берем желтую. Будем рисовать серединку. Опускаем кисточку и рисуем. Сверху мы сделаем чуть-чуть такой вот бугорочек, а снизу сделаем просто ровненько. Вот это наша серединка. Дальше берем оранжевую гуашь, тоненькую кисточку. Только кончик макаем в краску, вот прям кончик набрали, и снизу делаем вот такой маленький тоненький точечками ободочек. У нас получаются вот такие ромашки. С помощью таких ромашек вы можете нарисовать целый букет. Теперь мы возьмем зеленую гуашь и нарисуем листочки. Набираем. Можно нарисовать предварительно карандашом простым, а можно просто сразу. Для того, чтобы наши листики не были однотонного, значит, берем нашу кисточку, белую краску немножко на кончик и делаем вот такие белые штрихи. Ну вот, ребята, как легко и просто нарисовать белые красивые ромашки. Все, всем до свидания!